Переиграли. Кистей. Попытка подставить клюшку. Много моментов сейчас уже у наших ворот. Бросок. Гол. Да. Ничего не сделаешь. Дожали. И шведы, честно говоря, на шайбу наиграли в последние 5 минут. Реализовали численный перевес. Там секунда, по-моему, оставалась или две. Жалко, потому что 2 минуты играть, сейчас бы отбиться и с плюс 2 на перерыв. Но последние минуты поджали они нас здорово, конечно. Сейчас раз посмотрим, как развивалась эта атака. Вот доходит шайба. И ближний угол. Но там действительно Шикину сложно было что-то сделать. И в штангу попали перед этим, да.